Да и что эти злые стихи, когда нет крова, еды или слов для кого-то? Они все в пустоту много лет, да и это пройдет. Я забыт, измотан, изломан, такими, как вы, нет уж стоите. Ведь вам еще жить. Так оставьте ж себе эти книги, в которых любовь, и не пойте грустных песен. Они не понравятся мне. Хотя что я? Вы же пьете другие напитки с другим, да и все уже совершенно другое. Но если случайно вы найдете открытку, а в ней «Я люблю вас» или что-то такое, не помню, то вернетесь в недавнее лето, в котором вас точно любили, да и вы отвечали мне тем же. Вы желали поэта, что теперь скрылся в тумане травы в любом из смертельных туманов. Да и что теперь эти злые стихи, когда руки в дырявых карманах и не встретить знакомой руки? Здравствуй, скажет мне кто-то новый. Но не сейчас. Это случится ближе к финалу, прости. Это будет мое последнее слово. Она ответит: постой, я тебя долго искала, а дальше рассвет. И другой день, абсолютно такой же, как этот, но я уже буду недвижим, охраняя покой, не дождавшись очередного рассвета. И все сделали вид, что чертовски обидно и грустно от наивных надуманных строк, да. Все они сделали вид, но не видно никаких перемен. Лишь кончается срок, отведенный для скорби, да и ночь сожжена рассветом. Здравствуйте, мои новые стены. Вот эта комната, за которой молодая луна нам дырявила небо и напряженные вены от того, что сама оставалась одна и в тени или при свете, но все равно незамеченной. И от этого бесполезные ночи, такие же дни, в них не было даже надежды навстречу. Вот эта комната. В ней только ты и твое однообразное выученное отражение. И сам выбирай, кто из вас раньше умрет. Впрочем, это бессмысленное решение, ведь ответ все равно однозначен. Но ты сам окунулся в это немое болото, сделав жизнь бесполезной и мрачной. Вспомни! Ты сам так решил, а не кто-то. Нет уж, стойте, ведь вам еще жить, так возьмите эти книги, в которых заберите с собой или порвите их в пыль, как обрывали важные разговоры. Тогда я скажу свое умирающее. Зеркало промолчит. Я тебя так долго искал. Для чего эти злые стихи, если в них не спасти никого, кто прочел свою жизнь до финала?